видеть такой интерьер. Это были дома, здесь окна были, люди жили. То есть вот это все еще сохранилось. Теперь он стал вот таким необычайным интерьером. Это зал Стравинского. Самый большой зал Геликон оперы. Вот видите, красное крыльцо. Либо проходили дальше по фойе и попадали в большое театральное здание, которое сейчас является театром Маяковского. А до революции это было большим театральным залом усадьбы Фаришина. Второй зал посвящен главному дирижеру театра, первому главному дирижеру Кириллу Клементьевичу Тихонову, человеку, который собрал оркестр Пелевина. А третий зал посвящен великой певице Елене Васильевне Образцовой, которая была большим другом театра и которая, благодаря которой театр получил статус государственного театра в 93-м году. И именно в том помещении, которое было до
до реконструкции репетиционной комнаты в 2007 году проходил мастер-класс образцов. Вот этот зал посвящен Елене Образцовой. Здесь ее рояль и многие вещи из ее квартиры.